Парняги, всем привет! Сегодня у нас, как я вам и говорил, где-то вот вчера или позавчера на днях, что я играю в игру Last Day on Earth, вышло, блин, обновление. Это обновление я таки не записала. Вот уже новое обновление вышло. Что нового, да? Версия. Ну это альфа, по-моему, идет как так. 1.6.2. Беспрецедентная акция. Доберитесь до новых локаций как можно скорее, потому что мы сделали все, чтобы вам помочь. В 5 раз увеличен шанс выпадения бака в ящиках бункера и также в 5 раз в инженерном наборе. Собирайте чоппер и следуйте строго на север. Северные локации — это место для слабаков. А, это не место для слабаков. Поэтому мы снизили стоимость набора редкое оружие на 50%. Торопитесь, акция продлится ограниченное время. Повсеместное улучшение, и что ничего не отвлек... а, и чтобы ничего не отвлекало вас от ответственной миссии, мы исправили накопившиеся баги. Ну, я хз, багов особо нет, он не видел, то есть повысили общую производительность игры. Как бы, ну, я запускал на телефоне, и мне не особо понравилось, там особо, как бы, ну, чуть-чуть как-то на хуже стало. Не забывайте сообщать о всех так-то, понятное дело, спасибо. Я немножко здесь не знаю, увидите вы или нет, у меня тут здесь не... немножко кнопки себе понастраивал, все тому подобное. Сейчас посмотрим, что я играю вообще с этого. Так, сейчас посмотрим. У вас есть сохраненный игровой процесс? Не, давайте мы не будем, мы начнем с самого нового начала, как бы, чтобы уже точно. Так, как с ним взаимодействовать? Как взаимодействовать с чудаком? Ёпты, а, все так, а, надо так, вот так, во, так, тут получается лекарь у нас появляется, лекарь дает три разных, типа, этих самых, блять, с этих самых, ой, скажите мне, я вам скажу, то есть вот для восстановления здоровья, типа, три разных, блять, как можно это все назвать, ну вы поняли, типа, спирт, предмета, о, который можно использовать, и когда мы его используем, иногда, так, вот здесь получается шанс найти детали транспорта на 5%. Давайте вот это вот, в принципе, сделаем, чтобы получить рекламу. Сейчас я сделаю тихо. Здесь, получается, валит реклама у нас жестко. Просматриваем мы ее, естественно. Телочка вон прыгает. Ну, в общем, блин, что-то я, короче, натупил вначале, да, естественно. Сейчас посмотрим дальше, как оно, что оно будет вообще с этой самой игрушечкой. У меня есть одна учетка на телефоне. Там мне там левел, ёпарес, это жесткий и вообще все тому подобное. Но привязать ее, то есть к Gmail. Все, видите, вот время у нас час, чтобы блять, я не знаю, как, подождите. Все это делать. Ёбарес, это что-то я вообще не. А, все, вот у нас лутание есть. Давайте лутанемся. У нас что-то должно быть здесь по-любому. Так, вот это хуйня. Заберем. О, ну как всегда. Так, давайте закроем. Так, с. А, вот так вот. Все. Райт, вот. Это мы можем сейчас приодеться. Все, мы приоделись, естественно. Четкие пацаны. Так, теперь можно побежать. Надо, наверное, нам сделать нум один. Здесь дальше. Так, снова бревно мы подняли. Сейчас я вам все объясню. То есть здесь, когда появляетесь, машина, вот в машине вы возьмите то, что вам нужно. Соберем сейчас сразу же сосновые бревна. Сейчас увидите зачем. Вроде бы все. Давайте сейчас посмотрим. Так, это у нас тема вся есть. Чертежи. Вот с помощью чертежов можно делать всякую херь. Ну, то есть создавать всякие эти. Так, подождите. Ага. 4, так и 3 камня надо. То есть получается. Сейчас мы с помощью чертежа сделаем топор, молот, все тому подобное, чтобы строить домик. Домик будем строить. То есть как-то так вот.
Блин, так вообще впадло реально все начинать по-новому. Ну, хочется немножко так вот записать для вас типа гайда, что-то такого варианта, чтобы действительно наблюдали, понимали, как все это делать. Так, давайте создадим, в общем, вот эту тему. Все, мы создали. Кирку тоже можно, в принципе, сделать. Сейчас мы давайте тогда какую-то деревяху. А, возьмем в руки мы. Давайте тесак возьмем. Сейчас жахнем этого мудака, который вот у нас там где-то тусуется. Монстр. Монстр. Давай, давай. Опа, опа, опа. Все. Блин. Надо было еще настроить клавиатуру на... Да, мы ничего не можем взять. Бывает с монстров, когда монстра убиваешь, можешь что-то поднять у него. Ну, то есть достать там какие-то там полезные вещи. Но видите, у меня ничего не активировано, поэтому ни хера мы не можем достать. Так, в общем, у нас данная локация есть. Вот небольшая, по сути, то, что вот я где бегаю, ну, сейчас вот пробегусь вдоль, посмотрите вдоль, какая она такая, такая же самая, поперек получается. На которой мы типа здесь, это наша основная локация, где мы типа живем, наш дом, наша хата. Так, в общем, давайте сейчас, наверное, построим домик небольшой, наверное, где-то поближе к машине. Как раз здесь будем хранить свой лут. Так, олень горный, иди отсюда. Так, это у нас ягоды здесь. Это с помощью вот этих вот кустов мы здесь собираем себе ягодки и будем хавать. Так, давайте сейчас мы с вами создадим, не туда я полез. Даун, точно, даун. Так, кирку. Все. Сейчас попробуем создать дом. Так, пол. Раз, два. Че, все? Пацаны, нам надо еще, в общем, олень. Давайте топор возьмем. Все. Кыша отсюда. Ну вы задрали в натуре, пацаны. Ну какого ж хера? Валим, валим, валим их. Чё, блять, и у этого жизни до хера и трохи. Что ж такое? Ну как мне тут нам нормально настроиться? Взять все. Канаты нужны нам, по сути. Тоже забираем канаты. Все. Сейчас мы заберем немножко, соберем. Ой, блядь, конченый ты. Ну да. Падай, дерево. Все. Yes. А, вали, вали его. Блять, вот чмо ты, вот ты, сука, чмо, блять, вот, серьезно, какого хера? Поешь. Ага. Блять. Вот так. В общем, я добавил это вот для быстрого доступа. Ой, надо было один раз только жмакнуть. Для быстрого доступа, чтобы мы могли по бырику там похавать. Восстановить себе немножко, ну, вот, естественно, блять, так мы сейчас ляжем, по сути, с этими вот мудаками. В общем, давайте так, дальше строим, выбираем постройку. Блин, я не знаю, что я намолол такое, но, блин, я думаю, полезные вещи я вам понарассказывал. Так, давайте, наверное, пошире чуть-чуть сделаем домик, вот такой вот где-то, да? О, будет четко все. Теперь стены. Давайте с окнами сделаем. Ну а что делать? Так, наверное, так. Здесь дверь будет. Здесь окно. Здесь у нас закрытая территория. Блять, еще надо дерево. Ёпарасоте. Сейчас бегом надо сделать хату. Так, кусты этого самого. Так, дерево теперь рубим. Мы рубим его или нет? Я думаю, да. Не, не рубим. Или рубим, блядь, или не рубим. Хочется пить, я понимаю, парень. Подожди, пожалуйста, сейчас давай мы... Это что ж такое? Ну, руби ты его уже, руби. Сейчас срубим дерево, построим дом. Я буду, в общем, все постепенно показывать. Что много мыслей, много, не могу собраться. Да ты чё, блядь, серьезно? Ну, это топор, все правильно. Какого хера? А, ёпта, твою мать, а я-то, блядь, жму валить кого-то. Все правильно, вот. Вот и стерео ПРСТ. С телефона как-то немножко проще.
Сейчас немножко мы посрубиваем деревья, построим дом. Ну, в первую очередь, по сути, да, никуда не бегите, здесь на месте сразу же стройте, делайте домики себе. Потому что будет, блядь, ты конченый петух, реально. Удалить. Правильно, вот так, теперь с окном, теперь без окна, теперь пускай будет с окном, с окном и без окна. Все, по сути, вот у нас есть дом, да, можно здесь где-то вот типа ладно, хочется есть и пить, подожди, пожалуйста, хочешь ты жрать. А давайте теперь сейчас посмотрим чертежи, что нам доступно. Нам доступен, к примеру, да, один этот. Хорошо. Можно ящик сделать. Давайте сейчас возьмем, здесь есть вот эти вот кустики. Его соберем, все. Сейчас мы можем поставить ящик. Блять, что такое? А, надо два у меня. Надо еще собрать немножко. Так, деревья. Еще пустые. Ой, блять, растительное это что-то. Все, закрой дверь. Вроде бы все. Во, нам хватает. Сейчас мы создаем ящик. Берем его здесь вот. Построить. Да, давайте вот здесь, в принципе, его и поставим. Все, у нас есть ящик. В этот ящик мы можем все нахерячить. Все, что хочешь. Перекидываем все туда, все, что нам не нужно. Так, тесак пускай будет. Да, тесак мы сейчас жахнем в руки ему. Так, вроде так. Сейчас мы этого петуха убьем. Задрал, как они уже задрали его. А чё этот петух бегает быстрее? А, вот как их надо валить. Все, веревку забираем. Так, тихо-тихо. Смотрите, как можно завалить зомбаку. Оп, присели потихоньку. Потихонечку сзади подойдем. Сейчас как жахнем. Прям его головешку. Все, сбили. Здесь, блин, нет, у меня персонаж вообще классный, действительно. Блядь, я умираю от жажды. Ну вы конченый. Ты конченый реально. Сейчас мы перезайдем по-любому, по-любому, да. Я охерею. Вот что-то я, короче, не до этого, не дотянул. Давай, ты дожахнешься уже. Я не могу ничего тебе сделать. Смотрите, у нас есть костер. Мы можем уже его изучить. Сейчас мы жахнемся, ляжем уже. Ага, звук. Все, можно звук включить. Блин, а меня слышно было, не? Давайте выключи все. И можно изучить костер. Ой, костер, говорю эту. Все, давай, ложись, бегом. Лег, все, воскреснуть. Так, воскреснуть. Сейчас мы воскреснем и будем снова. Так, все, дом у нас есть, все сохранилось. Это что, блядь, за такое дело? Ага, забираем, забираем. Снова же. Ну этот трупак будет, сука, лежать. Вот это мне немножко не нравится. То, что он здесь будет лежать долго. А, так, забираем вот это, вот это, вот это и вот это. Все. На. И черешеньки наши, вишеньки. Все это сюда жахаем. Теперь смотрим. Изучить нам нужно грядку. Тоже. Потому что нам надо что-то где-то морковку выращивать. Так, 4. 4. Бревна и один куст. 4 бревна и один куст. Так, есть. Давайте сделаем сейчас мы с вами. Все, сосновой бревно 3 плюс и еще одно. В общем, повырубываем вы нахер здесь все деревья. Реально, блять, будет здесь все тупо полностью подчистую.
Ай, давайте сразу еще посмотрим костер. Костер, чтобы сделать, нужно нам... Надо, короче, дохера всего. Давайте заберем вот это все дело. Пособираем как можно больше, чтобы мы сразу могли это все бодяжить, делать. Давайте сейчас жахнем сразу дерево. Так, давайте и это дерево жахнем. Все, инструмент сломался. О, вот это мне не нравится, кстати. То, что инструмент ломается, это очень херово. Блять, и все камни, которые понасобирали, уже использовали. Ну, ничего страшного, сейчас еще раз. В общем, сейчас посмотрим, что мы можем сделать. Мы можем сделать грядку. Да, давайте создадим грядку. Грядку создать, построить. Давайте мы ее поставим где-то вот сбоку. Ну, давайте с этой стороны, наверное. Вот здесь. Во, все, по красоте тогда. Ну, ладно, давайте так сделаем. Все. Надо нам дверь действительно сделать. То есть дверь, стенку. Чтоб стенку сделать, надо нам сюда. Вот так. Все. Есть. Теперь сделаем. Рюкзак нам нужен 100%. Давайте сразу еще рюкзак, чтобы мы больше могли таскать с собой вещей. Рюкзак, чтобы сделать так. Семена давайте разделить. Давайте три веревки сюда, три так. Все оставляем, сделаем downshift так, тире копия. О, пацаны, мы приехали. Давайте сразу на грядочку жахнем. Жахнем семенки. Вот так и вот так. Все, это есть. И давай сейчас сделаем сразу с тобой. Ой, блин, туплю я жестко. Костер. Нужно три дерева, 5 камня. Три дерева, 5 камня. Три дерева и 5 камня. Так, более не бегают, пусть бегают. Три дерева, 5 камня. Так, один есть, второй есть. Второй есть. Третий есть. Четвертый есть. Олени, бегайте, вылазим. Чего вылазим, не бегает. Так, тут мудак сидит. Все. Давайте мы его сразу завалим. Он реально начинает напрягать жестко. Походу же надо правильно, если я правильно помню, надо со спины заходить. Сейчас мы его жахнем, козла. Ача. Все. Давайте, наверное, жахнем мясо сразу. Ух ты ж, мясо убегает. Стой, 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 стой. Давай мы тебя тоже жахнем. Ну а что ж нам? Надо нам мяско. Взять все. Все, олень один убежал. Да ладно. Теперь можно создать нам с вами костер. Дерева не хватает. Ладно, давайте еще жахнем сейчас дерево. Все, отлично. Отлично. Можно сделать сейчас костер. Вот я не знаю. Костер, наверное, сделаем все-таки с вами мы внутри. Хотя игроков нету. По натуре игроков нету сейчас. Эта игра пока офлайн. Поэтому ничего страшного, если мы разместим его все же внутри. Внутри это будет лучше всего. Построить. Что если здесь делать его? Не, ну, блядь, хотелось бы, конечно, где-то на улице. Ай, ладно, давайте сделаем его на улице, пускай будет. Где-то поближе. Да, давайте поближе вот к этой штуке. Все, есть у нас костер. Теперь смотрите, нам нужно сюда мясо, а сюда разделить дерево. Давайте оно попробуем кинуть. Но получится у нас. Да, получится. Все, 2 минуты. Будет готовиться. Теперь нужно нам еще водичку сделать. А вододворник будет у нас только на охереть каком уровне. Так, с ткань. Ткань, блядь, надо. Все надо.
Давайте сейчас жахнем топорчиком пару раз. Видите, как, кстати, левел поднимается хорошо. Мне вообще нравится. Это жирно-то. Так, разделить, разделить, разделить. Все, теперь можно просто тупо взять, нажать автоматически. Он будет все собирать дерево. Одно такое дерево. То есть таким способом можно реально собирать себе деревья. Это ладно, это все херня. Ладно, давайте тогда автоматически уберем. Соберем сейчас то, что у нас есть. А, ваш инвентарь полон. Ну да, это надо просто его сейчас все собрать в одну кучу. Но дерево у нас до хера реально. Мы сейчас можем с дерева еще что-то построить. А, мы еще с этого, смотрите, с мяска, вот, да, с мяска у нас делается вот жареное мясо, стейк. Можно здесь также сделать вот, рецепты. Можно сделать с этой клюквы нашей, да, и компотик. Так, дальше. Грядка. У нас еще появилась семена. Семена появились. Давайте еще жахнем. С морковки, естественно, делается у нас этот самый морковный рагу, ну типа, короче, суп по-нашему, можно так сказать. Блин, а нам нужен опыт. Рюкзака у нас, а рюкзак у нас может быть, кстати, появится. Давайте создадим его сразу, у нас уже есть он. Все, мы сделали. Сейчас мы его сразу, а уже и дели. Теперь можно, блин, все это сложить. В общем, давайте мы еще с вами сейчас пробежимся на соседнюю территорию. Хотелось бы так сделать. Сбегать. Что у нас, кстати, как там с житухой? Вроде нормально, да? Хавать не просит, не просит. Все. Давайте сбегаем, пока у нас готовится хав. Мы должны прийти домой и похавать сразу же. Ой, мне это не нравится, кстати. Сейчас будет жопа. Блять, давайте, ладно, давайте сделаем самое важное. Бежать. 30 энергии заберет. Давайте самое важное сейчас соберем, то, что нам нужно. И все в самолете, потому что он целый час будет только стоять. И пропадет. А нам бы реально сейчас собрать бы самые важные предметы, которые нужны для нас. То есть здесь реально можно будет найти очень интересные моменты. Даже оружие. Было бы, кстати, пистоль. Кстати, у меня есть эта игра на телефоне, как я говорил, я мог бы пописать, но там действительно проблема. У меня игры, как вы видите, некоторые нормальные, то есть, ну, требовательные, да, но они валят, не в натуре там валят. А вот, вот эта игра, что-то она как-то пишется немножко туговато, но в плане как, я записываю, вроде все нормально, воспроизводится херово. О, вот смотрите, у нас шапочка появилась, мы сейчас можем одеть шапочку, и у нас будет немножко дополнительное ХП. Но эту биту, по сути, можно нахер ее выбросить. Она нам не надо. Можно вот наоборот хилку сюда жахнуть. А яхоты надо было вообще реально оставлять. Тем более, если я знал, что будет сейчас самолет. Это у вас вначале самолет будет первый раз, у вас будет самолет сразу же. С помощью которого можно реально... Ух, блядь, налутаться, пацаны. Вы это видели? Вот это, кстати, реально охеренный шмот, с которым я бегаю на телефоне. Вот у меня, да, я бегаю с ним. Так, дальше. Самолет — это реально классная штука, но он, по-моему, один раз только, единственный раз, это первый и последний раз будет, и все. Поэтому за час его надо реально вылутать, нахер весь вылезать просто. Так, блин, не хочется ничего ж пропустить. Главное, рюкзак есть у нас. Ладно, это очень главное. Все, у нас водичка есть, сейчас мы не пропадем с вами, я думаю. Сейчас будем смотреть, что-то будем выбрасывать. Сапоги-то тоже хотелось бы, конечно, иметь, держать. Не помню, что, где я пропустил, что и где не пропустил, ладно. Так, забрать все. Можем покушать сразу. А, вот это можем сразу применить. Покушали. Давайте дальше перейдем. Так, что у нас тут с питанием? Все нормально? Пить, да, хочешь? Давай, блядь, попьем. Все, взять все. Ёбаную мобилку не могу забрать. Вот это, я думаю, можно не брать с собой. Потому что пока мобилка нам не надо.
давайте дальше пройдемся. Что еще здесь есть? Что-то будем заменять, но что поделаешь. Так, железяки надо, болты надо по-любому. Скотчер надо. Эту можно, по сути, херню убрать. Хотя стоп, отмена, если зажать, урон 20. Давайте мы его, блядь, нихуя, мы его не жахнем, короче, надо жахать так. Все, пошел нахер. Да. А, смотрите, у нас эта херня бьет 17 урон, 1,4. Это скорость, ну да. 17, это по сути тесака получше. Давайте тогда вот эту херню уберем, да, пускай нафиг надо нам. Сейчас возьмем вот эту штуку. Часики, ну пока возьмем, но что поделать. Давай, 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 собирай, лутай, лутай. Хотелось бы, конечно. Ёптвою мать, всего-то куча классного, реально. Eat me, eat me. Съешь меня, просит, просто просит, реально, чтобы я его сожрал. Что у нас, блядь? Ну, да ладно, давайте еще пока чуть дальше. А, вот еще, по-моему, сумки есть. Блядь, жаль, там бинты. Ну, наверное, все это надо забрать. Все-таки аптечки, бинты, это такое нужное. Бляха, муха, вы че, серьезно? Офигеть. Ну, блин, шляпинсон надо взять, это да. Блядь, вода есть, тут все есть, все, что надо для проживания. Ты пиздюк, сука. Пошел нахер, козел. Блять, ладно. Давайте примем, съедим. Здесь можно реально жрать это все. Блять, ну водички попить бы, конечно. И нужно бутылку забрать. Бутылку забрали, мы там получится такая херня. Мы сделаем с вами чуть позже водособирающую, короче, херню такую, то есть будет собирать воду она в бутылке, пустые бутылки будем закидывать, и оно будет типа нам воду херячить через определенное время. Так, это у нас таки можно одеть действительно, а хотя у нас и этот тоже тесак нормальный. Вот эту тоже, блядь, херню бы было бы хорошо забрать. Писец. Всего хочется забрать. Ладно, эти ягоды нахер нам надо. Мы их еще соберем. Давайте самое важное, действительно, ребята. Потому что я возвращаться сюда же не хочу. И времени мне, в принципе, реально херня. Ну, блядь. Пиздец. Какой-то. Этот рюкзак реально маленький, блядь. Разработчики могли бы сделать как-то его более нормальным. Применить. Выпили воду. Давайте еще. Сейчас он еще ссать захочет. Все, бутылку поели. Блять, ты конченый мудак, пошел нахер, уже задрали реально. Так, это у нас скотч можно забрать. Золотые слитки, я ничего не забираю. Потому что реально я не успею. Взять все, кроме... Давайте бинты тогда используем, ничего делать. Этот самолет реально дается херово, раз он... Буквально. О, надеть пистолет надо. Блять, веревки мы по сути будем, блядь, получать. Давайте все заберем, все что можно. Да. Водички надо выпить и бутылки, бутылку забрать по-любому. Пистолет тоже хорошая штука. Так, взять все. Выпили, сейчас ссать захочет, ну то пофиг. Взять все. Пиво нахер нам надо. Применить. Пустую бутылку нам надо. Так, и последнее у нас. Вот у нас идет. Ага, вот он. Заберем все. Опять-таки выпили. Забрали. Слушайте, я по сути думаю. Блять, ну скотч нам нужен будет по-любому. Давайте тогда топор оставим здесь, ну а что поделаешь.
Топор нам нахер пока не надо. Где-то тут еще еда, здесь где-то была. Банка была. А вот. Взять все. Что у нас тут? Золотой слиток остался. Ну да ладно, нахер нам не надо. Ага, тут мы съели. Ага, вот мы еще такие, блядь, не получали. Была бы сумка побольше, было бы реально жирно. Взять все. Выпить. Бутылку мы заберем так. Котировка. Ну ладно, мы ее не будем брать, смысл нам от нее. Так. Или давайте все сожрем нахрен. Ягоды тоже, ну а что делать? Так. Жрачку я взял, потому что действительно она нужна. Ага, все, забрать. Самое главное для проживания мы взяли. Так, мобилки нет. Нет. Это не надо нам. Кстати, можно было часы оставлять, тоже нахер не надо. Их будет еще херовая туча попадать. Ладно, все. Тогда топаем домой. Здесь херово мне не нравится, еще что хотите. Реально, ой, как напрягает. Куча локаций, куча всего. Конечно, бежать. Здесь получается, мы используем, если бежать, то используем по-быстрому, да, используется энергия. И если идти спокойно, то естественно ты выходишь из игры, и там через некоторое время, когда приходишь, тебе оповещение приходит, что мы пришли, типа, ну, прибыли на точку назначения. Ну, естественно, нам хочется нажмакать, поиграть, поэтому используем все по максимуму. Так, трупаки валяются какие-то, да ладно. Так, с мяско у нас есть. Готово даже, да. Семена нам не надо. Давайте на что-то, наверное, создадим еще один все-таки. Создать, конечно. Так, это сюда. Сюда. Бутылку, скотч, сапоги. И 5 травы. Так, 3 дерева и 5 травы. Требуется топор. Зашибись. От аппарата у нас нету, ребятоньки. Вот в чем фишка. Блять, дерева нету. Ёпарасоты, вот это я. А, хотя подождите. Где-то ж было там, по-моему, бревно какое-то. Сейчас мы посмотрим. Так. А, есть. У нас все есть, парнишки, есть. Нам нужно еще три камня. Давайте сейчас три каменчика возьмем. Так, раз. Два. И где-то должен быть вот третий. Так, чем хотели с вами создать ящик, да? А, блядь, этих. Еще 4 куста надо собрать. Раз, куст. Олень валяется. Два. Три. Все, это есть дело у нас. Еще один куст надо. Какой же я невнимательный. В общем, вроде бы все. Так, зайдем в хату, чтобы никакой урод на нас не налетел. Создаем еще один ящик. 100% надо такое дело нам. А, и создадим мы с вами сразу топор, потому что это звездец, как начнут лымари летать. Все построить. Сюда. Алкай. Все, ура. Теперь можно все нахер перекинуть туда.
Хавка. Все полностью, подчистую. Так, да, а с семенами мы сейчас перейдем сюда. Жахнем их тоже сюда, пускай морковочка наша созревает. В общем, на этом у нас все. Сейчас посмотрим, мы еще так рюкзак у нас, да ладно. Мы планируем использовать для распиливания дерева на доски. Ну да ладно, это такое дело. Ага, вот у нас на 10 дерева железная руда. Во, нам нужно создать кирку. Нам нужно 3 камня и 3 доски. Стены, лупишься башкой. 3 камня, 3 доски. Разделить, разделить. О, 3 доски. Это есть у нас дело. И 3 камня. Сейчас мы это жахнем вот сюда. А, не-не-не-не, смотрите, все правильно. Это сюда. А это, по-моему, так должно работать, да. 3 камня, 3 доски. Сейчас мы посмотрим. 3 камня это должно найти. Побежали, 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 побежали. Доски есть, надо еще 3 камня. Сейчас добудем железные руды. Ладно, семена мечети. Ягоды не трогаем. Ага, требуется кирка. У нас камней нету. У меня есть раз. Блять, что нету больше? Два. Собака. Что, серьезно? Не, ну ты издеваешься. Че, в натуре нету камней больше? Ах, офигеть. Это вообще круто. Бляха-муха. Не, ну серьезно. Ни одного. Да, набегали все, что можно. Вот это я, конечно, провалился. Жестко просто. Блядь, тут нихера у нас нету, да? У нас только 2 камня. Чем нам не хватает, да? Надо 3 камня. Блин. Как же, где мы их возьмем, эти камни? Ты буйвол. Ебаня, так, ладно. Слушайте, ребятоньки. У меня идея, действительно. Берем сейчас все нахер, скидываем, бежим еще раз туда. Так, скидываем все нахрен, бежим снова. У нас, по-моему, энергии еще должно остаться, немножко хватить. Бежим к самолету. Да, 43 энергии. Закрыть нам нахер не надо ничего ваше. Дайте нам в самолет добраться. Бежать от энергии. Бежим туда сейчас к самолету. 100%. Сейчас мы с вами там долутаемся. У нас 52 минуты. 50 минут осталось, может, нужно так сказать. Сейчас мы все заберем, полностью все заберем. Kill all. Так, войти. Бункеры в спешке, там все еще. Ну то, блядь, буду бункера, мы пока не пойдем. Бункер это жесткая жопа. Так, 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 так. Так, где-то. Где у нас тут лут такой был нормальный? Подождите, я здесь был? Да, был. Где-то у нас должен быть хороший лут. О! Взять все. Взять все. Тут ничего у нас нету. Тут тоже ничего нету. Тут у нас труп собаки. Да, давайте забираем действительно шмотки, потому что они используются. И кстати, по факту, давайте сделаем вот так. Вот снимем обувь, потому что, ну, она изнашивается. Так, тут мы. Да, давайте заберем мобилочку. Все, закрываем. Собаку излутать надо с ног до головы. Не, уже не полутаем мы ее нихера.
Да, заберем здесь тесак вот этот вот. Это надо все забирать реально. Взять все, потому что оно нам понадобится. Взять все. Где тут еще? А вот у нас банку. Но нам банка по сути не надо. Нафиг она надо. Мы ее оставим. Да, вот у нас есть еще мобилочку. Вдруг мало ли заработает сеть МТС. Так, собираем, конечно. Мобилку забираем. А чё? Зарядим ее, пошпилить можно будет. Какие-то, может, девах найдем по чате в Аське, это ICQ, или как там раньше называлось. Она интересно сейчас есть, кстати. Да, давайте дерево нарубим, нарубим дерево, нарубим, нарубим, давайте. Слушайте, а у меня это место, нет. Чё ты? Что за бах такой произошел? Как мне уйти отсюда? Алло, алло, алло. Чё, охуели, блядь? Заебись. Пошел нахер. Фух. Спасибо, собачка. Фух. Спасибо тебе огромное, песик. Представляете? Вот это жопа так, что было, я не мог никуда пойти. Так, пиво выбрасываем. Кстати, пиво никогда не пейте. Когда идете куда-то, пиво не пейте, что он будет ссать. Я показывать не хочу, потому что реально сейчас его пропрет поссать. И тут он начнет ссать, и собака прибежит. Кстати, действительно, да, потому что когда ссыте, он ни хера не может сделать. Ни ударить, ничего нет. Он просто ссыт и все. Так что пиво никогда не пейте. Ну, по сути, все, да, мы натырили все, что могли. Тихо, подальше от самолета. Потому что самолет — это вредная штука. Это очень вредно. Ладно. Ящики, да, попадали, все, мы, получается, ящики все пособирали уже. Все, выходим на улицу. Ой, в общем, ребятоньки. Стоп, секунду. А нельзя отменить, не? Не? Нельзя никак? Нельзя. Это очень жалко. В общем, да. Давайте тогда на этой серию закончим, на этом моменте. Потому что действительно идти придется 23 минуты. Давайте так. Если посмотрели, если вам понравилось, какие-то комментарии, там, пишите, то, что ты там такой-сякой, неправильно говоришь, неправильно это, не матерись, еще что-то. Если действительно понравилось, ставьте лайк. Если дизлайк, то хотя бы напишите, почему, что не понравилось, что вы хотели бы увидеть. Сможем, а, видите, вот даже целый час идти. А, нет, это целый час остался у меня. Да, бля, смысл, я туда вообще туда пошел. А, или хотя давайте, реально, давайте дойдем сейчас, купим уже за 25 этих. Давайте рекламу посмотрим в натуре. Реклама — это будет получше. Сделаем тихо только. Давайте действительно дойдем сейчас, посмотрим, что там за гуманитарный груз. Уже не будем тогда, ладно, прощаться. Сейчас досмотрим. Фух. Блин, классная игруха. Ее хотят ввести в онлайн. Поэтому если кому интересно, типа последний день на Земле. И что это? Ну, я пропустил рекламу. Бежать. А, все, мы восстановили энергию, да. Мы восстановили. Можем сейчас пройти. Last day on Earth. Пытайтесь действительно сейчас, начинайте качаться, прокачиваться, прокачивать своего персонажа, потому что когда введут онлайн, будет очень много уже здесь мужиков, которые будут жопы рвать все. Ну, новичкам нам, к примеру, да, вот. А, таракашки бегут. Да чё ты ему?
конченый, то, ну, ты его бей или убивай, или я не знаю. А, он у нас сейчас обрыганный, его сейчас начнут все палить. Ой, сейчас начнется тут жопа. Как-то мне не нравится, немного что-то то не стрельнет, то не дострельнет, то еще что-то. Забрать хотелось бы все, конечно, ребятоньки, что оставим? Колесо заберем, эту заберем. Тесак этот 100% заберем, мясо оставим. Пошел нахер. Нахер пошел. Так. Давайте тогда заберем. Заберем. Вот это. Топор оставим. Я в шоке. Я реально в шоке. Чем я сюда пошел? Дерева у нас хватает. Давайте это заберем. Дерево-то такое. Ну так, по сути, все надо. Да, камень мы оставили, все. В общем, все. Ладно. Идем мы тогда без нихера. О, не. Стоп, секунду. У нас здесь... Вот ты мудак. Пошел нахер. Пошел нахер. Все. Ое. Здесь есть. Блять, ну, забираем, конечно. И это... На ёб твою мать. Пион ты сраный. Так. Надеть. Все, шляпу мы надели. У него здесь всего тупо херня. Все, парни побежали. Блять, не туда. Ну как-то так вот, видите, блин, пришел неудачно. Вообще тупо неудачно я все это сделал. Кстати, когда переходите, видели, у него там типа он жать хочет. Когда переходим, не паримся, он жать не хочет. Когда уже дойдем действительно до дома, тогда только он жать будет хотеть. Ну, как бы там хотеть. А вот во время перехода, как бы, ну, нормально, он не вздыхает, ничего не это. Ну, вот видите, 15%. Блин, надо было еще пожать там, наверное, мясо. А, мы же пожали вроде мясо. Оно, наверное, не помогло. Ну, ладно. Сейчас домой дойдем и все. То есть, давайте, да, действительно, вот теперь на этой ноте можно остановиться. Душ мы сможем уже сделать. Очки есть у нас. Да, давайте на этой ноте остановимся. Все, мы пока дойдем домой. Дома я потом уже появлюсь. В общем, если действительно интересно, вам ставьте лайк, пишите комментарии. Помощь может быть по прохождению вот этому. Вот, потому что я, может, вроде все знаю, а вроде не все, ни хера не знаю. Поэтому пишите, на каком левеле лучше мне там уже пойти. То есть, ну, с чем мне действительно идти в этот бункер, что при себе иметь. Ну и если не понравилось, ставьте дизлайк. Подписывайтесь, кстати, да, следующая серия у нас будет, мы пойдем с вами на какую-то интересную локацию, может даже к соседу сходим, вот к этому году или еще к кому-то. В общем, так, ладно. Все, всем спасибо, пока-пока.